Дворец спорта «Триумф» украсили цветами и наполнили весенним настроением. Там прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Прекрасную половину человечества поздравили с 8 марта лучшие творческие коллективы. С наилучшими пожеланиями к жительницам городского округа обратились и представители власти. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Виновниц торжества встречают с живой музыкой и цветами. Уже при входе каждую женщину ждал сюрприз – красная роза в честь наступающего праздника. С улыбками на лице гости заняли места в зрительном зале. Сцена и атмосфера вокруг создает по-настоящему весеннее настроение. Самое главное, я хотела бы пожелать, чтобы был мир у нас. Чтобы мы все жили спокойно, мирно, дружно, как раньше было. Всех женщин с наступающим праздником, 8 марта, весенним нашим. Здоровья, счастья, удачи, и чтобы мирное небо было над головами всеми. Всех поздравляю с праздником, желаю здоровья, счастья, благополучия и всего-всего хорошего. В этот вечер все слова и песни посвящены любви и женской красоте. Выступления артистов сопровождались хореографическими постановками и бурными аплодисментами. Дорогие наши самые лучшие, самые очаровательные женщины, поздравляю вас с весенним, самым теплым праздником, который олицетворяет обновление. Весна – это всегда солнечно, это всегда тепло. Окончание зимы, конечно, всегда это новые надежды, новые мысли. Я искренне желаю девчонки, девушки, наши милые женщины, каждой из вас счастья, благополучия, удачи, именно везение. Праздничный концерт продлился около 2 часов. Женщин городского округа порадовали лучшие исполнители, вокальные и танцевальные коллективы. Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов, обладатели гран-при различных творческих проектов и участники музыкальных телешоу. Гвоздем программы стало выступление заслуженного артиста России Сергея Мазаева. Солист группы «Моральный кодекс» подарил милым дамам несколько своих лучших песен. Саики Азарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.